Мы закрепили очень интересно, утвердили и предложили очень интересную норму, касающуюся защиты свободы слова. В частности, мы предложили норму о том, что каждый имеет право получать, распространять, хранить и использовать информацию свободно, во-первых. Во-вторых, мы закрепили очень интересную норму. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности. Да, сейчас очень много нас критикуют, говорят, вы тем самым поощряете фейковые новости, поощряете тролли и так далее. Но если в средствах массовой информации, на интернет-сайте или в соцсетях кто-то расположил информацию, порочащую честь и достоинство другой личности, другая сторона может подать в гражданско-правовом порядке в судебные органы.